Доброго утра всем! 9 часов у нас, солнышко светит. Сегодня погода супер. Дети пошли, правда, в штанах, но в садик. Но мне кажется, нужно шорты было одевать, потому что погода налаживается, опять теплышко. А я готовлю обед. Вот тут домашнего фаршу. Не знаю, тут жира, по-моему, больше, чем мясо. Ну, короче, разделила на две части. Будет суп с фрикадельками и тефтельки. Знаю, что ваше нелюбимое слово, но для меня слово тефтели нелюбимое, поэтому на своем канале буду готовить тефтели. Вот, в общем, готовим суп для начала на обед, а вот это все куплю риса и сделаю на ужин в духовке, запеку. Фрикадельчики я сделала. Блин, муха уже появилась, только потеплела. Супчик уже варится. Будет такой с лапшичкой и с фрикадельками. А сейчас идем за петрушкой. Вот оно, солнышко. Обалденная погода. Кукушка. Вам слышно? За петрушечкой. Буду тут сейчас щипать на суп петрушку. Все, сижу, не собираем в школу, как будто Гришку. Гришка уже пошел сам сегодня в школу. Я тут сижу, не собираю. Но пиджак не надо, потому что там очень жарко. Прям очень жарко. Так, у меня сейчас полная тишина, никого нет. И для меня это прям время творить. Несмотря на то, что я скучаю за своими детьми, очень их люблю, но вот когда никого нет. Окно открыло, здесь птички поют, и я безумно хочу сделать макарон. Никогда их не пробовала, поэтому не знаю, какие они должны быть, правильные и неправильные. В общем, буду пробовать делать, и безумно хочу малиновые. Очень хочу малиновые макароны. А ну что, начнем? Что будем делать? А, кстати, хотела сказать малиновый или с черной смородиной. Вот что-то хочу. В общем, буду делать макароны. Здесь такая у меня, как это называется, шпаргалка. Вот. Сейчас подготовлю все ингредиенты. Ну, здесь клубничная начинка. Ну, вы понимаете, что может быть вообще любая. Может быть, сделать черной смородиной. Еще не знаю. Так, в общем, что мы делаем? Мы подготавливаем все ингредиенты, чтобы все было под рукой и термометр, а потом продолжим. Так, получилось у меня две субстанции. Это миндальная мука с сахарной пудрой и с белком, а это белок с сиропом. Сейчас это все буду соединять и добиваться эффекта вот этой вот тянущейся ленты за силиконовой лопаткой. Ну, в общем, посмотрим, что у меня получится. Я скрестила пальчики, хочу макарон с черной смородиной. Решила, что будет черная смородина, и добавила сюда, видите, немножечко такого фиолетового красителя. Та-да-дам! Вот что мне получилось. Это такой пробный вариант на силиконе. Вот такие вот сердца трех. Ну или скольки тут макарончиков. А вот то, что получилось, ну эти обычные кружочки, да. В общем, они еще не идеально ровные, ну в смысле не одного размера, но мне хочется узнать их вкус, очень-очень хочется. А и первые макарошки не угадались, потому что была высокая температура, несмотря на то, что там везде написано 140 градусов, но моя духовка 140 градусов, походу, их зажарила. Ну, то есть, видите, они очень, ну, короче, аж потрескались, поэтому уменьшили температуру. И сейчас они там в духовочке еще. Так, в общем, с макаронами у меня фигня полная получилась, но ничего страшного, они настолько вкусные, вот реально вообще прям очень вкусные. И я сейчас беру Антохе на деньги, которые ему положила зубная фея. Он, конечно, расстроился. Он ждал подарок, он такой пришел, положил эти деньги и говорит: пойду посмотрю еще подарок. Вот, но мы договорились, что если он ничего не хочет, то пусть опять положит ей деньги под подушку зубной феи. Либо мы заедем за эти деньги, что-то он сам выберет. Ну, в общем-то, вроде бы заедем после танцев. Так что сейчас я еду на почту забирать свой кондуринчик. Потом еду Антоху забирать из садика. Потом еду в парикмахерскую. Да, каждый месяц нужно стричься, но я вообще не расстраиваюсь.
Потому что это круто, это уделение себе внимания. Я стала это очень ценить. Стрижка, ногти, вот для меня это некоторое проявление внимания к себе, а не экономия и покупание больше колбасы. Ну, я так утрирую, конечно. Коврик, мам. Я не знаю, это у нас... Одежная одежда. Так, Антон Сергеевич, пожалуйста, давайте переодеваться. Это софа. Да! Так, ладно, Софочка, иди хотя бы разденься. У них там компотом воняет. Нет. Да? Кто за девочка такая Сюха. На танце ходит? Покажите мне эту красавицу. Ну как танцы? Какой танец танцевали? Лолипоп? Ну уже ж полезли, мы ж один вырвали, а другой же они ж сказали потом сразу. Потом ставить, да, что-то равнять. Кого зубы? Они выровняются, у Гриши ж так же выйдет. А я Гриша. Ну все, ладно, Раня, сейчас поехали, будем ему звонить, попробуем. Давайте. Ой, какие красивые цветы. Ага, пошлите, мы сейчас идем за подарком в детский магазин от зубной феи. Ну как мне нравится этот шиповник. Хочешь такой? Какой красиво. Когда цветет туда, да сейчас сфоткаемся. Покажи, что ты выбрал. Вот. Вот как раз для нас трех. Кто-то луком, кто-то песиком, а кто-то дробовиком. Угу. А Соня дробовиком, Гриша луком, а я... Все, пошлите. Теперь зав... Это набор оружейных военных. Ага. То есть, кто воевал в войне. А в войне же не было этих. Афонин цыпленок. Мы уже дома. Дети уже открывают подарки от зубной феи. Вернее, от Антохи. У нас ужин. Я еле доехала с карате. Сейчас отвезли Гришку и так хотела салата. В общем, умяла тут мисочку салата с розовыми помидорами. Ты там падал? И сейчас у меня чай. И три моих неудавшихся макарошки. Но они такие вкусные. Просто некрасивые. Ты будешь такие? Я, короче, сегодня все в таком фиолетовом цвете. Посмотрите, даже блюдце и чашечка. Очень красиво. Пипить можно, пипить. Я тут наслаждаюсь, пока, ну, почти уже 9, пока не ехать за Гришкой, я плачу коммуналку за свет, за наш, за дедушкин дом, за садики, за музыкалки. В общем, какая-то благодать, что не нужно стоять в очереди на почту, а можно вот так вот у телевизора все оплатить. Круто же, и сейчас как раз ехать за Гришкой.